чем хочу показать вам еще пару элементов уже непосредственно работы с покрышкой. Первая работа. Ставим одну ногу на покрышку и меняем ноги. Несложная работа, поддерживание тонуса мышц ног. Элемент. Становимся на покрышку и в стойке двигаемся. Это для хорошей работы в челноке. Можно менять стойку. Такое движение. Можно выбрасывать удары. Вперед, назад, разножка. С ударами можно. Это уже у кого какая фантазия, нужно уже дополнять работу. Также можно вот такую работу делать. Это может стать частью кроссфита. В принципе, на этом все. Занимайтесь спортом. У нас в профиле вы можете найти очень много полезных тренировок, находясь дома. Даже на каждый день недели у нас найдется в профиле разная работа от наших спортсменов, одноклубников, тренеров. Следите за нами.